эксцентриссимо. Деньги – это алиби и индульгенция. Один из самых одиозных российских предпринимателей не скрывает, что трижды сидел в тюрьме и провел там в общей сложности около 10 лет. Владелец федеральной сети недорогой молодежной одежды с 30-летней историей Владимир Мельников был наказан за фарцовку и за валютные спекуляции. А теперь он с состоянием в 500 миллионов долларов позволяет себе иное. В гневе швыряется пепельницами, разбивает компьютеры и кидается стульями. Ну и не завязывать шнурки и отращивать бороду и длинные волосы в 70 лет – это все, что Мельникову запретить никто не может. И все равно он будет уважаем и рукопожатен. Ведь он бизнес развивает, экономику поднимает и 6 раз в год летает в кругосветное путешествие. И искупает синяки пострадавших от ударов пепельницы сотрудников, помогая нищим и тяжело больным. Все же деньги и душа – вещи, иногда уживающиеся рядом. Эксцентриссимо.